В предыдущем видео мы с вами разобрали постановку двух задач, разобрали структуру данных. Сейчас же перейдем к реализации выборки данных. Теперь мы будем получать данные из структур, которые мы ранее с вами создали. Начнем с первого примера, который мы рассматривали. Это каталог зарегистрированных мультиварок. Мы с вами рассмотрим два случая получения данных. Получение всех зарегистрированных мультиварок конкретного типа, получение типа, модели, чипа и серийного номера конкретной мультиварки. Оба случая мы рассмотрим в двух вариациях. Случай, когда у нас есть прямая связь из сущности зарегистрированной мультиварки ко всем остальным сущностям, и в случае, когда если у нас этой связи нет, но выборку необходимо осуществить. Также посмотрим замеры производительности. Сколько запросов дается в том или ином случае. И какой вариант окажется наиболее предпочтительным в итоге. То есть мы наглядно посмотрим, какой вариант лучше. Начнем с получения списка мультиварок конкретного типа. В случае, когда у нас есть прямые связи из инфоблока зарегистрированной мультиварки ко всем остальным, мы просто по ID прямой связи с типом фильтруем. Давайте выберем зарегистрированные мультиварки по типу мультиварки. То есть у нас есть несколько типов. Давайте выберем мультиварки, которые с электронным управлением ID 317. Вот, собственно, у нас код компонента, который обрабатывается. Что у нас здесь происходит? Мы выбираем параметры, задаем фильтр, передаем туда ID инфоблока, что элемент должен быть выбран активный, и property type, тип мультиварки, прямая связь, устанавливаем 317. Далее делаем getList, сортируем по ID и getNext элемент, getFields, все убираем. Теперь смотрим, что у нас получилось. Вот у нас получилось, что была получена зарегистрирована мультиварка, выведены необходимые параметры. Давайте посмотрим, сделаем замеры. Включили отладку. Видим. Давайте несколько раз обновим страницу, чтобы получить средние значения. Как видим, в среднем у нас получается около 2 запросов на данный компонент. Время генерации составляет 145 десятитысячных секунды. Рассмотрим вариант, когда мы не используем наши дополнительные прямые связи. Тут так просто и быстро подойти не получится. У нас есть ID-тип, но к этому ID привязана модель. И, к сожалению, по полям связанных элементов фильтровать можно, только если в случае это стандартное поле. По пользовательским свойствам нельзя. Представим, что у нас наших связи дополнительных нету, и мы выбираем только по единственной доступной связи чип. То есть вот эти связи, модель, серийный номер, тип мультиварки, мы игнорируем, у нас их нету. Представим, что мы сделали прямую связь, только необходимые связи, чтобы можно было сделать выборку. Поэтому в данном случае у нас все меняется. Открываем компонент другой, который отвечает за такую выборку. Здесь, так как у нас модель имеет связь, поэтому мы можем фильтровать по полю property type, так как нам известно ID типа. И в итоге получаем массив мультиварок, которые принадлежат к данному типу, то есть который ссылается на данный тип. Далее, если у нас получены ID-шники, собственно, мультиварок, мы приступаем к дальнейшим шагам. Но учитывайте здесь, обязательно надо проверять, что у нас вообще что-то получилось. Потому что если не будет возвращено ни одно из значений, соответственно, у нас данному типу не принадлежит ни одна мультиварка, то есть он не связанный. Если мы передаем пустой фильтр или
не передаем значение для фильтрации, соответственно, считайте, что фильтрации по данному полю у нас нету, и выберутся все элементы относительно данного фильтра. То есть в данном случае. Далее мы выбираем серийные номера. Серийный номер у нас в модели связан с свойством символьным кодом модель, то есть property модель. Передаем туда массив айдишников моделей. Вот в данном случае, если мы сюда передали бы пустой массив, либо вообще null, то фильтрация по property, подчеркиваем, модель вообще не произошла бы. У нас выбрали все серийные номера, которые соответствуют фильтру. Кроме property модель, у нас здесь фильтрация по айдишнику инфоблока, и потому что серийный номер активен. Здесь мы также сформировали массив. Сформировали массив серийных номеров. И этот массив серийных номеров передаем теперь, фильтруем по инфоблоку чипов. Здесь у нас у чипа есть связь с серийным номером, с символом кода number. Туда мы передаем массив серийных номеров. В результате мы получаем список айдишников чипов, которые имеют связи с массивом предоставленных серийных номеров. То есть это значит, мы получили список чипов, которые по цепочке связаны с нашим конкретным типом мультиварки. И следующим заключительным ходом мы этот полученный массив айдишников чипов фильтруем по инфоблоку зарегистрированной мультиварки, указываем фильтр property chip, то есть фильтруем по полю связи символьным кодом chip. И в результате мы получаем список зарегистрированных мультиварок, относящихся к данному типу мультиварки. Теперь посмотрим, что у нас в результате получается. Открываем страницу. Вот. Имеем тот же самый результат. То же самое. То есть результат, возвращаемый данные, ничем не отличается от предыдущего раза. Но давайте посмотрим, что у нас по производительности, по затраченным ресурсам. Давайте несколько раз обновим страницу и получим некоторые средние значения. Как видим, у нас в данном случае получается по 8 запросов. И время генерации данного компонента составляет 170 в среднем десятитысячных. Что не очень значительно больше в случае, если у нас имеется прямая связь, все-таки ощутимо, особенно время запросов. В первом случае у нас, когда имелась прямая связь, у нас время запроса составляло 0,002, во втором же случае 0,001. И время генерации у нас отличается тоже на несколько, на 0,25. Это очень незначительное время, и вам кажется, что им можно пренебречь. Но учитывайте, что данный сайт не посещаем. У него нету никакой нагрузки. Данных у нас в инфоблоках, в базе данных практически нету. А вот попробуйте наполнить его десятками тысяч данных, элементов инфоблока, пустить туда посещаемость, и, соответственно, это только небольшая выборка, а сделать множество различных связей, сложных выборок, и тогда прирост производительности, уменьшение нагрузки на сервер будет очень и очень существенным.